Овны, в этот день нужно доверять только сердцу, а не слушать наставления окружающих. Старайтесь обходить тех, кто кажется вам подозрительным и даже опасным. Гороскоп не советует Тельцу хвалиться своими успехами. Вы можете запросто остаться с носом, если расскажете слишком много. В финансовой сфере появятся проблески на прибыль. Если близнецов сегодня пригласят на вечеринку или семейный ужин, отказываться не стоит. Вы уже не помните, когда последний раз отдыхали и веселились. Все время и мысли занимает карьера, бизнес, деньги. Рак по привычке закроется, заберется в ракушку и заляжет на дно. И всему виной мелкие проблемы, которые все равно придется решать. Лучше это сделать раньше, чем появятся новые неприятности. Не просто маршалом, а генералом армии почувствует себя Лев. Вы попали в новый коллектив, но общение начали не с той ноты. Королевские замашки лучше оставить, чтобы найти единомышленников. У Девы будет настоящий приступ самоедства. Если кто-то посмотрит в вашу сторону не так, трагедия. Ожидаемая прибыль покажется мизерной, а вы так усердно трудились. Чем больше желаний загадают сегодня весы, тем лучше для их реализации. Вам даже не придется ждать падающую звезду. Все будет исполняться молниеносно. Только слишком не расслабляйтесь, иначе утратите бдительность. Скорпиону нельзя рисковать, отправляться в дальнюю дорогу и бередить прошлое. Это опасный день для тех, кто не может держать себя в рамках, особенно если решили ради материального блага приступить закон. Гороскоп обещает Стрельцу бодрый день, если встать в настроение. От того, какую подзарядку предпочтете, так и сложатся рабочие дела. Отлично пройдут очищающие процедуры. В этот день продуктивностью Козерога заинтересуется вышестоящее руководство. Не напрасно вы трудились, не покладая рук и ног. Предложений о сотрудничестве будет много, рассмотрите их внимательнее. Если Водолей решил выстроить этот день по своей схеме, это замечательно. Ни один выгодный проект не ускользнет, если взяться за него серьезно и профессионально. Творческим рыбам захочется побыть наедине со своими мыслями. Это удастся, если отключить телефон и выехать на лоно природы. Но не забывайте, что вы не один в этом мире.